Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть игру Hey Evil Whitehin 2. Надеюсь, правильно прочитал, потому что английский я, увы, не знаю. Ну хотя, что увы, не знаю, да и хрен на нем. В жизни не пригодился. Чтоб только название игры объявлять не считают. Так, глава 11, воссоединение. А здесь, по-моему, должно быть 17 глав. Так, ладно. Давайте. Что у нас? Васади, пройдите через сеть, чтобы вернуться к Унилу. А, все, ладно. Сеть. Где у нас сеть? Блять, я через какую дверь-то зашел? А, во! Какую дверь зашел? Тут еще он. Целая катакомба нахрен вырота. Подождите. Так, стой, на-не-на-не. Ой, на-не-на-не-на-не. Что за... Так, ладно. Ну, это же не единственная дверь. Так, смотрим. Ни хрена. Зеркало. Ладно. Значит, сюда. Вот так. Неплохо, ну, ладно. Пока нужды в этом нет. Так, ладно. Подписчики, ваше здоровье. Надеется, что сеть на месте. Сыр не оригинальная закуска. Надо мясо. Мясо надо. Очки надо. Так. Я, кстати, огнеметчика еще не видел. Опа. Вау, ну наконец-то. Этот переносной контейнер используется в лабораториях для охлаждения и конденсации газов. Этот компонент используется для создания полезных предметов. Вот у меня первый только такой. Я даже знаю, для каких предметов он используется. Но первый, кто попался, ни хрена себе, 11 глава. Хотя первый замораживающий болт у меня, по-моему, в главе 7 оказался. Войдите. Открыто. Че, так не понял, подожди. Что за херня? Так. Что-то я недопонимаю. У нас же есть... Вышел из сети. Что есть? Максимум. Ну, предположим. Так. Опа. Вот они две как раз все, значит, все. Черт. Похоже, здесь побывал Теодор. Возможно, поэтому я не смог связаться с Унилом. Тут опа! Реликвия, ну это понятно. Хоффман. Надо к ней заглянуть. Чего они дают, я, конечно, не знаю, прошу прощения, но... Ну они тоже, кстати, как-то к сюжету просто относятся, то, что посмотреть предыдущую жизнь или что. Так же, как несколько фигур, которых я собрал, которые дают отсылку только. Опа.
Ага! Дай-то бог, оружие найду. Хрен там. Мои ожидания не оправдались. Подождите. Допинг. Что нам дали? То, что сами гнали. Ладно. Здесь у нас чего? Блин, ладно. На. Закрыто, ладно, предположим. Хоффман, ты здесь? Хоффман? Скажи, сыр. Еще один сигнал. Что здесь случилось? Сейчас узнаем. Оставил убежище и ушел в запретную зону сети. Не похоже на него. Так. Что-то я недопонимаю. Так, подождите, давайте я пришел отсюда. Здесь зеркало, ладно, хрен на него. Допустим. Сейчас мы выйдем, и здесь не можем читать. По крайней мере, я не могу. Документы. Время внутри СТМ всегда обладало странным свойством, но исчезновение ядра и распад Юниона усугубили эти странности в 10 раз. Эти изменения стали еще заметнее, когда Себастьян начал свое противостояние со Стефано. Боюсь, он проиграл. Я пристально слежу за событиями через камеры. Системы безопасности изменился не только Юнион, разрушение распространялось и на саму сеть. Она меняется, перестраивается, и словно из ниоткуда появляются предметы, по коридорам бродят непостижимые уму создания. Только что чертовски серьезные сможет заставить меня теперь покинуть убежище. Но кто знает, сколько еще убежищ будет оставаться безопасным. Понятненько, ладно. О, будь здоров. О, спасибо. О. Так, ладно. Отсюда вышли, блин. Так, ехид номер 5. Ну-ка, давай пройдем. Просто пройдем, посмотрим. Давай, алло. Сайкс, ты все еще там? У тебя все хорошо? Себастьян, а я как раз тебя разыскивал. Я в порядке, но мне очень нужна твоя помощь. Зачем? Наверное, нужно пойти в его убежище и узнать, в чем дело. Ага. Так, хрена ты мне там сдался. Блин, иду хрен знает куда, зачем, хрен знает, понять не имею. Странно все это. Сдался вот он мне. Оп, хей, оп. Да, бродить-то здесь.
Подожди. Это потом. Все потом. Хотя нет, подожди. Стоять. Я хочу сохраниться. Давай, вот сюда, на последнюю. Все. Так, здесь у меня ничего нету. Так, баллон с горючим для огнемета. Огнемет, с которого сняты эти баллоны, не подлежил ремонту. Двух таких баллонов хватит, чтобы начать использовать огнемет, на котором только баллоны и были повреждены. Ага, понятненько. На. Чего тебе надобно? Давай посмотрим. У меня огнемета по принципу нету, правильно? Так. Вот тут менять больше нечего. Ага. Подожди. Пистолетные патроны, блин, где-то я помню, они были. Ну ладно, на халяву, то что. Вон. Огненный. Так. Понятненько. Так. Вот сюда. У тебя проблемы тут что ли были? Так, мне нужен станок, чтобы стоять. Ладно. Подсумок. Улучшен. Это какой? Для дробовика. О, а для дробовика еще можно улучшить. Неплохо. Хорошо. Выходим. Что еще есть? Так. Что там есть? Порох.
Так. Огненные человечки. Вот так. Нормально. Бутылки. С обгоревшего трупа что-то даже взяли. Так. Мне так-то направо надо. Давай налево посмотрим сначала, что. Что мы тут имеем? Сгоревшие. Ва, еще один подсумок, да? Да. Прикольно. Два подсумка рядышком в одной локации. Меня явно к чему-то готовят. Так, а туда вообще можно забежать? Нет, нельзя. Ну, кстати, посмотрите, светло стало. Так. Сюда. Ой, а я вроде бы здесь был уже. На этой локации. Да, на этой локации я был, только это было темно. Минутку, ожидайте. Блин, так-то хрен различишь. Темно, светло. Ну, по крайней мере, в голове в этой я, видите, подсумки собрал. До этого подсумков не было, а сейчас собрал. На. Баллон. И так висит на пол забора. Бензин, который горит. Ладно, пойдемте посмотрим, попробуем на халяву забрать. Что нам причитается? Нам причитается очень много. Патроны, блин. Честно сказать, я даже не помню, где тут патроны. Дебил. Подсумок улучшен. Снайперская винтовка.
Можно поди сделать уже, да? Патроны. Ну, пока вот еще открыто, закрыто. Да, тут вроде как все. Это кинотеатр, нет? Да, это кинотеатр. Говорю же, я здесь был. Какие у тебя могут быть проблемы? Вот я хреначу, вот у меня проблемы. Господи, сколько на этой локации подсумков собрал. Не зря я сюда пошел, конечно. Не сожалею, давай. Так, я могу не подходить к тебе сразу? Ты пришел. Бля. Что случилось, Сайкс? Ты же знаешь, что я занят. Ты сам просил позвонить тебе, когда я буду валить. Нашел запасной выход. Смотри сюда. И? Поздравляю. Ты должен показать мне, что нужно делать, чтобы вывести отсюда Лили. Согласен, но давай договоримся. Сначала ты поможешь мне выбраться. Помочь тебе? Да я ни черта не понимаю в этих компьютерах, Сайкс. Нет, помощь мне нужна не в этом. Я взломал сервера и влез в закрытые зоны STEM. Ну? Там есть капсула, которую я хочу использовать. Но ее нужно подключить к питанию. Плюс там полным-полно этих долбанных тварей. Коллапс уже затронул глубинные зоны STEM. Тебе нужно подключить питание и зачистить это место, чтобы я мог выбраться. А мне какая в этом выгода? А я покажу тебе, как использовать капсулу. Идет? Идет. Попытка не пытка. Позвони мне, когда все закончишь. Подожди, куда мне надо отправиться теперь тогда? Где зеркало, твою мать? Так. Пошли. Мне надо боеприпасы. Создание предмета. Так. Пойдем на халяву возьмем. Вот она моя халява. Давай. Это не очень хорошо. Давайте я помогу. Чего не очень хорошо? Нормально. Взять. Ой, вру, взять. Понятненько. Ладно. Остальные патроны я сделаю, но тем не менее, всяко дешевле будет. Так. Так. Что мне надо? Так, получите доступ к экспериментальному крылу сети, уничтожьте врагов и возобновите подачу энергии. Ни хрена не понимаю, конечно.
подскажи-ка мне. Должен сказать... И не говори, тварь. Да тут один маньяк, так что... Но хуже всего, что это... Но если... Подожди. Скажи-ка мне. Как такой... Такой, как я? Ну, человек, я думал, они на... А ты что подумал? Ничего. Забей. Это как... Зачем это? Да ведь... Не понимаю. Преступник. Не понимаю. Конечно. Ладно, давай начнем, пока я не успел испугаться. Так, мне надо сюда. Так получается. Проверю свои делишки здесь. Так. Ну-ка. Тут все заброшено. Жуткое место. Нужно разобраться, что там внизу, и снова включить питание. Внизу? А где этот низ-то, бля? Уходи. Хоп. Ну ты дебил. Чё я не сразу, блядь? Топор еще метнул мне, падла. Вы чё? Я ж хороший малый. Эх, ты знал бы ты меня получше, дебилушка. А я типа должен был вот здесь как мышь бежать. Давай посмотрим. Три, два, пять. Вот так. Ну дебил. На. На погребок. Да не красно, погребок. Не, я... А я тебе говорю, он там лучше. Не, там. Ну тогда жди, когда я схожу. Я вечером схожу. Давай, 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 давай. Блин. Так. Это что у нас?
Так это я оттуда и вылез. Вы чё? Что-то я недопонимаю. Ну вот и все. Пора звонить Сайксу. Спасибо, дружище. Без тебя бы ничего не вышло. А ты уверен, что сработает? Нет. Но оставаться здесь — это чистое самоубийство. Шанс! Другой нужен нам хотя бы шанс! Так, все готово. Когда вернешься с Лили, вот таймер, видишь? Поверни его на четверть и нажми вот эту кнопку. 60 секунд, чтобы забраться в капсулу. Вам надо уместиться в ней вдвоем. Даже не знаю, Секс. У меня нехорошее предчувствие. Послушай, я знаю, что делаю, ясно? Может, подождешь еще немного? Поможешь мне найти Лили, а потом мы вместе выберемся отсюда. Я понимаю тебя, дружище, правда. Но все, что я могу сделать, это чтобы капсула работала. Ладно. Давай, ладно. Как скажешь. Пожелай мне удачи. Удачи. Выживи. И встречай нас на той стороне. Как космонавта провожаю нах. Нервничаю. Спасибо, друг. Я тут кое-что оставил для тебя. Там, куда я отправляюсь, мне не понадобится. Увидимся на той стороне. Что ты мне оставил? Да все уже. Туман рассеялся, мы поняли, что его нету. Исчез. Хотел бы я знать, получилось ли у него. Выбора-то нету. Придется доверять. Я думал, ты мне оружие оставишь. А, оружие. Я надеюсь. Мушкет. Все двое больше магазин, заряд картечен. Урон легкий, надежный, но перезарядить его нужно чаще. Увеличить емкость магазина для этого оружия нельзя. При попытке использовать капсулу STEM в качестве запасного выхода произошел сбой. Несмотря на 25% эффективность, было принято решение остановить исследование. Один из четырех испытуемых смог вернуться. Остальные три прекратили существование. Мы считаем, что остальные 75% испытуемых попали в неизвестный подуровень STEM. Сон внутри сна, откуда нет ни одной известной возможности выбраться. Из-за большого количества неучтенных факторов эксперимент был прерван. 25% на успех? Я не могу так рисковать жизнью, Лили. Надеюсь, что Сайкс выбрался отсюда. Один шанс из четырех. Может, ему повезло. Так, я надеюсь, хоть туда бегу. Давай. Ходим. Блин, игрушка Mobile Legends на телефоне. Вот что я хочу загрузить. Неплохое видео для вас, кстати. Подписчики, кто играет, и уверен, я вас заценит. Особенно если он любит такую, как 5x2. Где? А, вот кофе, подождите, кофе. Жизнью. Подполним жизнью.
Вот хорошие игрушки раньше выпускали. Хорошие. Почему сейчас таких нету? Даже аналогов нету. Так. Я не успел, конечно. Давай. Огненный босс, он должен быть. Потому что вот эти с пушками. Либо это новые монстры мне были показаны, либо босс. Ну, извините, господа, знаете, я тоже собрал столько подсумков на одном только острове, нахрен. Направо. Собрал. Мне вот сюда надо. Нет? Бля, как мне обратно-то попасть? Вы чё? Прошу прощения, ну у меня сейчас паника, истерика начнется. К нему бежали сюда. Где мы появились, мать его? Ладно, давайте посмотрим по-другому. Пойдем сюда. Здесь все изменилось, я знаю, я согласен с этим. Ну какой, блядь. На, на, на! На! Охренеть, блядь. Не тот дом. Автомат. Блять, хоть назад пересматривай, куда я, блять, залез. Так. Здесь мы все сделали. Кофе выпить обязательно. Блять, ну то идиотизм какой-то. Прошу прощения за фразеологизм. Ну это идиотизм.
Давай. Сеть, подожди, блядь. Вот она. Ёшкин матрёшкин, блядь. Ну давай. Давай. Кстати, у меня на данный момент 180 подписчиков. Это, конечно, хорошо, но... Я что хочу сказать. Играйте, играйте в эти игры. Они более добрые, я не знаю. Хоть, конечно, я понимаю, что... Маньячество и тому подобное, что какая здесь доброта... Ну, в них логики-то гораздо больше, чем в нынешних современных играх. Какой-то пробовал играть вообще. Бред полный. Так. Выходим, выходим. Что мы видим? Не дай бог, подсумок, это будет прекрасно. Подсумок! Хо-хоу! Улучшен для дробовика. Давай. Блять. Больше орут. Вы что, не знаете, при нападении орать нельзя. Нельзя орать. Идиоты, блин. Кто вас научил и обучал? Ой, куча мудаков. Прошу прощения, но, блин. Хоть я и не ругаюсь, но... Сами видели. Я поднимал за ваше здоровье, поэтому ругаюсь. Поехали. А мы поехали с любимою кататься туда, где ходит сегодня теплоход. Я по тебя понимаю, вот персонаж, вот поверишь, нет, я тебя понимаю. Чего ты не едешь? Ёб твою мать! Мы так херак прибежали, так опа, нажали, все, ждем теперь здесь. Меня бесят такие двухсторонние лифты, хрен пойми, откуда откроются двери. Это, знаете, как в электричке есть, когда не знаешь, где ты должен остановиться, блин, на первом, на втором пути, чтобы знать, с какой стороны тебе выходить. Похоже, здесь была усиленная охрана. Из-за декларированного хакера проводимых экспериментов допустил лаборатории открыт. Доступ в лабораторию открыт только сотрудникам Мебиус с определенным типом церебрального чипа. Просьба при входе в лабораторию неукоснительно соблюдать протокол безопасности. Помните, что ваш уровень доступа предлагает обязанности и приглашает. Так, ну, короче, хуй-то полная. Это то, что я выпил. А, ну давай посмотрим. На халяву сейчас патроны дробовика заберем. Смотрите. У меня там открытый патрон для дробовика. Вот винтовка, она вроде самая мощная. Но, блять, из нее целится съех дольше. Ой, ни хрена, что ли? Ну, и извините, арбалетом я действительно не пользовался, поэтому...
Ладно, давайте сами тогда попробуем сделать. Арбалетом я действительно не пользовался. Все, снаряжения мне хватает. Стой, сохранялка есть? А вот сохранялки-то нету, это плохо. Очень плохо, сказал Антоха. Понял, Антоха, что поступил плохо, провели Антоху, прямо как плохо. Сейчас, мой милок, только хлопну в ладоши, и жена вернется, а то вот вернется. Откуда я это знаю, хрен его знает, поверьте мне. Маки какие-то. Один раз всего лишь смотрел. Данный фильмец один раз только смотрел, ну и мне не понравился. Роль Хабенского тут приунижена, конечно. Ну, тем не менее, видите, в памяти херота всякая отложилась. Лучше бы статьи отложились, но тем не менее, что откладываться, откладываться. Что ситовать? Без чипа тут никак не пройдешь. Наверняка здесь должен быть хоть один. Да, блять, режь его! Хидара этого. Появился новый необычайный побочный эффект. Интеграция в систему СТМ, у которой некоторые жители имеют начальные симптомы просто не за большие психические нарушения в результате. Понятно. Ебанатами стали. Вот смотрите, что выпито спиртное дело с людьми, да? Раньше бы я не сказал бы так, а сейчас говорю. На! Идиотинушка, блядь, еще и выпрыгнул. Тут и так дядька злой. Данный феномен проявляется все сильнее, но это не... Вот заебался читать пьяный-то. Буквы расползаются. Понятненько. Пойдем. Пойдем туда, пойдем сюда. Чего-то там и, блядь, и не пойму чего. Честно скажу. Не помню песню. Я помню мотив, но не помню песню. Ой, я сейчас запутался, реально говорю. Прошу прощения, но так как слегка принял на грудь, я сейчас не понимаю, куда я даже бегу. Так, отсюда я прибежал. Чип, мне нужен чип. Ищите, выбирается чип, короче, Юнихора, блять, Юнитора. Так, сейчас, минутку, подожди. Вот здесь я точно знаю, что не был. О! На!
Бестолочь, блядь. Второй этаж, хорошо. Проверим. Подсумок. Ха-ха-ха! Это прекрасно. Ну, для шприцов, правда. Прошу прощения. Ну да. 20% населения Юниона. Давай. Усилия пропали в туне. Ядро исчезло менее суток назад. А потом начали приходить сообщения о массовом выявлении пропащих. И теперь они повсюду. 20% населения Юниона уже обратились. Сейчас они охотятся за теми, кто остался, и убивают их. Это настоящий кошмар. Такими темпами через 2 недели в городе никого не останется. Мы потеряли связь с Мёбиусом. Мы оказались в ловушке с пропащими. И остановить процесс не получится. Весь эксперимент в Юнионе обречен. Мы все обречены. Простите. Ну, девушка, ты уж поспешила, конечно, с выводами. Но, тем не менее, я тебя понимаю. И судить тебя не за что. Да стой, на! Идиотинушка, блядь. Напугала, блядь, бабу хуем. Мы его всех порешим. Опа. Заберем, чтобы не мелькало. Но, о чем мы ищем? Я уж не помню, блядь. Честно скажу, не помню. Вот это, кстати, чип, наверное, и есть. Даже не буду читать, заебся. Если у него еще остался чип, я смогу войти в ту дверь и найти Хоффман. У меня нету доступа. Документы. Ноль один двадцать восемь. Ладно, посмотрим, что будет. Ну хрена себе, давайте вперед. Блять. Ущ. Это пипец. Трепанация черепа. Ладно, что он мертвый. А если бы был бы живой? Ой. Давайте. Возьмем чип. Хорошо, что он был уже мертв. Да, я тоже рад. Надо выбираться из этой лаборатории. Вы серьезно, что ли? Брать, я бы перегнулся, бы вас перестрелял. Снизу, видимо. Хрена сейчас. На, дебилушка.
Что у меня тут еще есть? Все. О, еще один, подождите. На! Блять. Вообще не то взял. Взял, да не то, ну не ладно, не важно. Тех мы перестреляем сейчас. О! Эй, ебанаты! Ну давай! Разворот! Вот так. Потому что ты ебанат. Да-да. Все дома входите. Вот так. Одним патроном обоих нахрен. Давай. Что вы мне приготовили? Ни хрена. Какой? Вот нету у вас благородства. Честно скажу, нету. Так, отсюда я пришел, прошу прощения. Сюда пришел, где-то, блядь, тут дверь должна быть. Так, тут-то нету. Ну что ж делать? А, вот она. А, где она? А, вот она. Что, жители Юниона? Что Мёбиус не сделал? Куда идти, ты мне скажи? Так. Допустим, и это приемлемо. Давай в дверь заходим. Понятно. О нет, начинается. Надо отсюда выбираться. Так. Что-то я не понимаю. Так, сюда мы зашли, взяли информацию, правильно? Ни больше, ни меньше. Сейчас на нас будут нападать, нет? Блять, а куда бежать-то? Это что такое? Да иди ты нахрен!
Охренеть. Ищет меня. Тихо. Пойдем сюда. Ничего не могу сделать. Это смертельное объятие. Прошу прощения. Ладно, переиграем в этот момент. Ну реально, смертельное объятие. Здесь я не властелин. Так. Возможно, я не заметила. Да заметила, как не заметила, блять, она что меня напугала нахуй. Так. Так, потихонечку спускаемся, не привлекая внимания. Ага. Здесь такая же хрень. Понятненько. Блин. Вот сейчас по шаблону идем. Блин, это видео само по себе. Без меня. Это, кстати, как я понимаю, типа моей жены что-то. Охренеть, надо подбираться к ней. Блин.
Бля! Ну как ты меня увидела? Ладно. Давай. Только не с самого начала, прошу. Да иди ты нахрен! Блин, бред какой-то! Бред! Ладненько. Находясь в укрытии, пробил быстрый переход к соседнему укрытию при отображении значка. Ну значка-то нету! Я вообще не понял, а как мне тут? Я не понимаю, подожди. На, блядь, ну. Вообще-то я хотел с пистолета стрелять. Какая-то бредятина, подождите. Как тут надо? Не знаю, надо пробовать. Да уйди ты, бля! Не понимаю. У меня проходы перекрыты. Фактически, по факту, они перекрыты. Нашла меня, что ли? Блять, это все, меня музыка орет и сбила. Блин. Находясь в укрытии, пробил. Да это мы знаем. Да нету тут места.
Блять, она меня опять увидела. От нее же хрен убежишь. Ладно, предположим, допустим, не буду сопротивляться. Находясь в укрытии, пробил быстрый переход. Блять. Блять. Еще разок. Это повезло, что я на первом, на втором уровне, блять. Ох. Ох. Прет, меня прет, и меня прет, потому что Новый год. Просто ходишь. Да иди ты нахер. Как это, блядь, беспонтовый эпизод. Извините, что ругаюсь, но это реально так. Это какой-то беспонтовый эпизод. Зод. Давай. А как ты меня могла увидеть? Блять. Как ты меня могла увидеть? И еще раз. Блять, хоть колбасу нарезай, да ешь. От того, что делать нехер. Так. Меня не видно, ну и ладно. Опа. Блять, а где? Он рядом с дверью все это время был. Что за хрень нахрен? Я все время рядом с дверью был. Я в любое время мог выйти нахрен. Опять эта хрень. Вот я согласен с тобой.
И что это за место? Я с тобой согласен. Давай, берем. Даже смотреть не буду. Ой. Здесь-то прошу прощения, но как бы то ни было, надо обратить внимание на... Там как будто дна нет. Серий ужасный факт. Ладно. Давай. Что у нас здесь? Так, предположим. Опа. Ну, перед тем, как сюда зайти, что мы имеем? Бля, а мы здесь были! Я не понимаю. Так. Что-то я не понимаю. Жду. Церебральный чип обнаружен. Вход разрешен. Наконец-то. Пипец. Теперь бы догнать Хоффман и О'Нила. Опа. На. Так. Блин, я так чувствую, у меня здесь бойня будет. Да. Ладно. Чему быть, того не избежать. Патронов меня хватит на всех вас, блядей. Голоса. Нет, ты не понимаешь, что он с тобой делает. Остановись. Не поддавайся ему. Слушай. Его голос скажет тебе. Сопротивляйся ему. Хоффман, назад. Нет, он не знает, что творит. Так, Лиам, это главарь. Стой! Какой еще Лиам? Назад! Ну то, что ты ее не убил, это уже хорошо. Маску снимаешь. И что мы видим? Что? Что видим, твою мать? Брать покажи! Дороги, что за интрига? О'Нил, что с тобой? Теодор указал мне путь. Я принадлежу ему. Я его спрятал. Ой, нервы такие. А в обмен он дал мне новую. Чем-то на анимашку похож, блядь. Это жизнь раба. Тебе не понять. И ты сгоришь! Ни хрена себе, вот тебе раз.
На! Ну все, мне надоело играть. Да я еще даже не начинал, подожди. Он, кстати, неплохо. Если это босс, то это второй босс, который я так легко выношу. До этого был с фотоаппаратом. Ну говори. Спасибо. Пожалуйста. Себастьян. Обращайся. Нет, я свободен от его голоса. То, что я внутри ковыряюсь, у меня скоро будет операция, я себе нос прочищу. Вырежу оттуда все лишнее. И пиломы, и что там у нас? Останови его. Гланды. Чтобы его и остановить. Гланды во рту, а сначала найти его, в носу. Неважно. Он переместился. Его здесь нет. И нигде нет. Механизм тут за стеной. Его надо уничтожить. Какой механизм? Я построил, чтобы прятать. Уничтожь. Уничтожу, не беспокойся. Я все нахрен уничтожу. Уничтожить его. Кот. Почти настоящий. Да? Кот. Что случилось? Как О'Нил мог превратиться в это? Не знаю. Я все это время не выходила из убежища. Потом Лем вдруг вышел на связь. Я так обрадовалась. Но это уже был не он, а этот монстр. Я пыталась до него достучаться, но... Просто стреляйте в него! Слышите? Стреляйте! Теодор Уоллес что-то с ним сделал. Бедняга. Я не хотел его убивать. У тебя не было выбора. Теодор бы его в покое не оставил. Что теперь? Посмотрим, про какой там механизм он говорил. Я думаю, он на другом конце той комнаты, где ты нас нашел. Пошли. Подожди. Тут какие-то должны быть, нет? Патроны. Да стой ты, бля! Вот так. Да стой. Гусейн, гуслия, бля. Ладно. Пойдем. Просто стреляйте в него, чтоб сиськи не мять. Давай. Так. Эх, мать твою, за ногу, так можно было кругом пройти. Огнемет. Огнемет, так, минутку, подождите. Вот нихера не так. Тоже не так.
Вот ничего не подходит. Пригодится. Правда, сломанный. Найти бы детали к нему. А, так его починить надо. Сколько странных штуковин. Похоже, он что-то конструировал. Может, тот самый механизм? Нет. Я всегда буду нужен. Да, хозяин. Конечно. Механизм работает как положено. Спасибо, отец Теодор. Еще отец, блядь. Ну ты чё, девочку готов убить? Ну ты ж вроде здравый парень-то. Юкико, ты меня слышишь? Я нахожусь в мастерской. Все мертвы, но опуски уже не важны. Так что, пожалуйста, приходи ко мне сюда. Ой, блядь. Я должен показать тебе кое-что. Это важно. Прости, Юкико. Это он заставляет меня. Давай. Знак влияния. Так, воспоминания. Теодор оставляет следы. Это как своеобразная форма общения с ним. Так, хорошо. Здесь мы все собрали. Так, отсюда мы зашли. Ну что ж, на этом, думаю, я все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. А сейчас я пойду. А где у меня кофе? Кофе где мое? Я не понял, подождите. А где у меня кофе? Эй! Где моя халява? Так, кота сгоняй. Ладно. Так, здесь мы поняли. Ну что ж, ладно, тогда если нет кофе, то на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы тогда будем сохраняться.